давайте туда еще на это. Очень сильно не крутим, именно так они ломали. А, так, вот это последний. Дальше что ли? Да, вот так, ее поломали. Так, ты вставай вот на это, не на это. А, это ты сапог достал, а, да? А, знаете чего? Сапогом махать, это не просто так вот сидит Маша. Знаете, традиция такая была? Девчонки, девушки вешали, значит, по одному сапогу снимали, вешали на карусельку. А парень забедался, один сапог снимал, спрашивал, чей сапог? Девчонка сознавалась, но смогла его целовать. Вот так. Ты говоришь, да? Мой сапог! Чей сапог? Масленица хоровод. Медведя будет. Вон хоровод вокруг костра. Девочка отошла, крутили. Мама! Вась, не трогай, то сломаешь. Сейчас пойдем. Тебя это ты крутишь огонь, нет? Мама, давай.
Смотрите, как он нас забыл. Я тоже хочу. На счет три, на память, кричим со мной вместе: Москва, Масленица. Раз, два, три. Москва, Масленица! Спасибо, было. На память в архив эту фотографию поместим на веки вечные о нашем мероприятии. Спасибо, друзья. Гуляем дальше. Последний день Масленицы. Так, на каком сайте искать? Мост.ру, Масленица. Сейчас пойдем на карусель.